Новым днем, Республика! Телевизионные жаворонки продолжают работать для того, чтобы ваш день начинался только с добрых и свежих новостей. На календаре сегодня 31 мая, пятница, и сегодня отмечаются весьма интересные и знаменательные даты. Так, 31 мая свой профессиональный праздник могут отметить все блондинки мира. А еще этот день известен как Всемирный день без табака. А если говорить о нашей стране, то сегодня день российской адвокатуры, а по народному календарю 31 мая почитали Федота Овсянника, которого считали в старину помощником весны. Не зря в народе про него говорили: «Придет Федот, последний лист развернет», имеется в виду лист дерева. Ну и поэтому можно смело ожидать, что с сегодняшнего дня погода будет по-настоящему летней. Насколько это будет правда по отношению к нашей республике, давайте узнаем прямо сейчас. Итак, сегодня в 6 часов утра в центральных Улусах температура воздуха составила 8-11 градусов тепла, днем ожидается 9-14. В Заречье утром было 8-11, днем ожидается 9-15. Утренняя температура на юге составила плюс 5, плюс 8, а дневная ожидается плюс 15, плюс 16. В Вилюйской группе Улусов в 6 часов утра температура воздуха была плюс 4, плюс 10, а днем ожидается 18-20 градусов тепла. В Нижнеленских Улусах плюс 5, плюс 9, это утренняя температура, а дневная плюс 16. На западе утром было плюс 2, плюс 4, днем ожидается 15-19. В Колымо-Адыгейских Улусах утром плюс 3, плюс 15, а днем плюс 9 и плюс 25 градусов тепла. В Янских Улусах утром 0, плюс 5, а днем ожидается 9-14. На северо-западе плюс 1, плюс 9, а днем ожидается 0, плюс 18. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 11 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Днем ожидается 13-15 градусов со знаком плюс. И днем ждите небольшой дождь. Все-таки действительно можно верить народным приметам, потому как даже на севере сегодняшнего дня уже плюсовая температура. Ну, друзья, не забывайте, что мы работаем для вас в прямом эфире. Наш WhatsApp номер прежний 8-914-279-2262. Смело отправляйте на этот номер свои сообщения, я обязательно их прочту в течение нашего прямого эфира. А между тем, с 1 по 4 июня в Якутске пройдет 4-й этап Национального лесного форума, организованного под эгидой Государственной Думы Российской Федерации при поддержке Министерства природы России, Рослесхоза и правительства нашей республики. Более подробно об этом форуме сегодня нам расскажет Алексей Агеев, первый заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства, а также Александр Корякин, проректор по научной работе и инновациям ЕГСХ, кандидат технических наук. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, какова цель этого форума и какие вопросы будут на нем обсуждаться? Основная цель форума заключается в том, чтобы найти поиски оптимального развития лесного комплекса Российской Федерации. Мы, Республика Саха-Якутия, являемся лесным государством, так скажем, республикой. Соответственно, у нас достаточно лесных фондов для лесозаготовок, лесопереработки. Поэтому не случайно выбрана площадка именно в городе Якутске, потому что перспективы развития лесного комплекса в нашей республике очень положительны. Угу. То есть это вопрос оптимального развития лесного комплекса Российской Федерации. А сколько человек, сколько участников будет на форуме всего? Уже сегодня на сайте Лесной форум РФ зарегистрировано более 600 участников. При этом порядка 140-150 человек из-за пределов Республики Саха-Якутия. Подтвердили свое участие порядка 500 участников лесного форума. Поэтому будет большое количество, хороший формат обсуждения на площадках, на круглых столах, на семинарах. Расскажите о спикерах. Кто будет выступать? Я слышала, что Айсен Николаев будет выступать на форуме. Это так?
На лесном форуме, он проходит, как я уже сказал, на нескольких площадках, будут выступать спикеры, соответственно, уже определены. От Республики Саха-Якутия на открытии будет выступать председатель правительства Солодов Владимир Викторович. Также на пленарном заседании он примет участие. Ну и от Государственной Думы Николаев Николай Петрович. Ну, я знаю, вы сказали тоже, да, что пройдет форум по нескольким площадкам, а точнее по четырем площадкам, да. Что за площадки такие, расскажите, пожалуйста. Алексей Николаевич подскажет. Да, четыре площадки. Это лесное законодательство в действии, затем лес и природа города, сколько стоит лес, а также площадки, извиняюсь, пять площадок, а также площадка взаимодействия государства и бизнеса в природопользовании и самобытность природопользования в Республике Саха-Якутия. Я бы хотел здесь добавить, что Якутская государственная сельскохозяйственная академия на сегодняшний момент, наверное, является научно-образовательным и в перспективе промышленным центром, значит, лесной отрасли, в связи с тем, что мы в прошлом году уже у нас был опыт проведения лесопромышленного форума на базе площадки Якутской государственной сельхозакадемии. И в этом году мы, значит, проводим круглый стол на тему «Сколько стоит лес?». Значит, у нас планируется более 200 участников. На сегодняшний момент 231 участник зарегистрирован. И это будет проходить 2 числа. Ну, а вообще интересно, вот я вначале говорил, да, что этот форум будет четвертый этап, да? А первые три этапа, вот когда и где они проходили? Ну, первые три этапа проходили, первый этап проходил в Тамбове, далее в Тюмени и Перми. Значит, далее будут проходить этапы, значит, в Сыктывкаре, Красноярске, и заключительный этап в районе 15 сентября будет в городе Москва. Ага. А вообще, какие еще мероприятия вот, будут проходить в рамках вот этого форума? Ну, в рамках этапа, проводимого именно в городе Якутске, с 1 по 4 июня, это буквально уже на днях, будет проходить несколько мероприятий. Это круглые столы, тематические площадки и семинары. Ну, круглый стол, экологическое добровольческое движение. Затем семинар сохранения реки Лена, также перспективы развития лесной промышленности в Республике Саха-Якутия, помимо тех тематических площадок, которые я озвучил выше. Ну и я вот хотел еще добавить, Алексея Николаевича, вот... Получается следующим образом. Вот, Республика Саха-Якутия имеет очень много леса, но он используется практически только на 10%. Так ведь, да? Половина лесов находится в резервном фонде. Вот, и получается, что лес у нас как бы не работает. Лес практически не работает. Поэтому вот, очень хорошо, что вот эта площадка у нас в республике, в городе Якутске будет проходить. Я думаю, что мы найдем оптимальные пути развития лесозаготовительной направления, лесопереработки. Ну и, соответственно, мы, как Якутская госсельхозакадемия по вопросам образования, потому что мы уже открыли лесной факультет в прошлом году, и будем готовить специалистов-лесников, которых не готовят на всем северо-востоке Российской Федерации. Вот. Ну и, соответственно, промышленность, специалисты эти будут работать в лесной промышленности. Что ж, огромное спасибо за интересную беседу. Я желаю вам удачи, отличного настроения, а также хорошего проведения лесного форума. Дорогие друзья, я хочу, тем не менее, напомнить, что кроме того, что в эти дни будет проходить национальный лесной форум, 31 мая во всех странах мира, в том числе и в нашей стране, проводят День без табака. О том, как избавиться от этой пагубной напасти и какие ее последствия, расскажет врач-пульмонолог Римма Яковлева. В России, да, 140 миллионов человек, из них 44 миллиона курят. В том числе 50% мужчин, которые являются злостными курильщиками.
И в этот день все курильщики должны хотя бы на день отказаться от сигарет. И вся общественность, которая не курит, да, призывать курящих бросить курить. В 2003 году вышел федеральный закон о запрете курения в общественных местах и местах рядом со школами, развлекательными учреждениями. Это привело за 20 лет к снижению табакокурения на 13%. Известно 25 болезней, которые непосредственно связаны с табакокурением. Одна из них, самая главная, это рак легких. Уже доказано, что все вещества, а их около 4000 вредных, которые содержатся в табачном дыме, они вызывают рак легких. Второе – это сердечно-сосудистые заболевания. Тоже доказано, что табакокурение за счет сужения мелких сосудов вызывает повышение артериального давления, вызывает тромбы, развитие тромбов, вызывает спазм сосудов, что приводит к инфаркту, инсульту. На третьем месте стоят заболевания легких. Сейчас идет эпидемия хронической обструктивной болезни легких. Раньше мы про эту болезнь не знали, да, но мы, пульмонологи, с этой проблемой столкнулись еще 5 лет тому назад. На сегодняшний день хроническая обструктивная болезнь легких стоит на 4-м месте среди причин смертности. И по прогнозам, к 2025 году, к 2028 году, оно станет уже на 3-м месте, перепрыгнув сердечно-сосудистые заболевания. А также, кроме этого, да, есть такое понятие, как пассивное курение. Из 8 тысяч человек, заболевших, да, теми или иными болезнями, которые зависят от табакокурения, 1000 – это пассивные курильщики. То есть 10%, да, – это пассивные курильщики. То есть если вы не курите, да, и рядом с вами курят, нет риска того, что вы будете болеть, у вас тоже есть. Тема «бросить курить» – это тяжелая психологическая проблема. Значит, это зависит от самого человека, от воли человека и от желания бросить курить. Значит, для того, чтобы бросить курить, если вы не можете сделать сами, вам потребуется консультация психотерапевта. Только психотерапевт может дать вам установку для того, чтобы бросить курить. В нашей поликлинике, например, есть специалист, который занимается вопросами отказа от табакокурения. Вы можете записаться к ней на консультацию, и она вас проконсультирует по поводу медикаментозного лечения, по поводу других физиометодов, какими можно воспользоваться для того, чтобы бросить курить. Уважаемые, дорогие телезрители, этот чудесный весенний день, последний день весны, день отказа от курения, желаю вам свободно и легко дышать и быть независимыми от болезней. Завтра, 1 июня, в Якутске состоится традиционный забег «Зеленый марафон», который пройдет в 68 городах России, от Владивостока до Калининграда. Он будет приурочен ко Дню защиты детей. Участие в марафоне бесплатно, и в нем могут принять участие все желающие, независимо от возраста. Зеленый марафон в этом году приурочен ко Дню защиты детей. География уже традиционного забега достигла отметки 60 городов по всей стране. Якутск будет участвовать уже третий год. Очень активно участвуют в этом мероприятии учебные заведения города и предприятия, организации выставляют даже свои команды отдельные, которые бегут, в том числе используя это мероприятие как такой элемент командообразования. Это действительно привлечение людей к здоровому образу жизни, и поэтому важно не только спортивные результаты, но и действительно может кто-то сделать первый шаг к здоровью, к занятию спортом, может кто-то откажется от вредных привычек, потому что пробежит эту дистанцию. Мы будем рады видеть буквально каждого из вас у себя в гостях. Принимайте участие в «Зеленом марафоне». Старт будет дан ровно в 11 часов возле стадиона «Юность». Маршрут забега для взрослых участников будет пролегать по улицам Аюнского, Сергеляское шоссе, Лермонтова, Каландрашвили. Помимо состязательной части, в местах проведения забега пройдет обширная программа социальных и благотворительных акций. Наших гостей ждет интересная развлекательная программа, призы от спонсоров, выступления артистов, розыгрыши призов среди всех присутствующих. Главный приз – велосипед. В марафоне от Сбербанка может принять участие каждый, даже если вам всего 7 лет. Заявку на участие можно подать как на сайте, так и на месте. Регистрация будет открыта с 9 утра.
Будет организовано несколько трасс для участников забега. Основная трасса для взрослых вокруг озера Сайсары расстоянием 4 километра 200 метров. Детская трасса на 100 и 200 метров, а также инклюзивная трасса также на 100 и 200 метров. Приглашаем всех горожан и гостей столицы 1 июня на стадион «Юность», где пройдет зеленый марафон от Сбербанка. Зеленый марафон – это не только спортивный забег, но и праздник для всей семьи. Не обязательно устанавливать спортивные рекорды, чтобы стать частью зеленого марафона. Главное – здоровье, активность и бодрость духа. Мария Павлова, Александр Слепцов, «Новый день». Дорогие друзья, я напоминаю, что мы работаем для вас в прямом эфире. Наш WhatsApp номер прежний 8-914-279-2262. Смело отправляйте на этот номер свои сообщения. А у нас есть одно. Абонент с последними цифрами 7200 пишет: поздравляем нашу любимую дочь Марию Ивановну Николаеву с днем рождения. Желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья, больших успехов в работе и огромного счастья в личной жизни. Целуем мама, папа, бабушки и все родственники из Майи. Вот такое замечательное поздравление. А я хочу напомнить, что на календаре сегодня 31 мая, и с завтрашнего дня у наших детей официально начнутся летние каникулы. А это значит, что у них увеличивается количество свободного времени, которое они часто проводят без должного контроля со стороны взрослых, что может привести к угрозе жизни и здоровья детей, совершению правонарушений. Чтобы этого не случилось, советы по безопасности в период летних каникул нам даст Алексей Кривошеев, начальник отделения технического надзора отдела регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора управления госавтоинспекции нашей республики, и Елена Гуляева, инспектор по особым поручениям отдела ДПС управления госавтоинспекции нашей республики. Доброе утро. Доброе утро, Ларина. Скажите, пожалуйста, как сделать, чтобы каникулы детей были безопасными? Доброе утро, уважаемые телезрители. От лица госавтоинспекции и Министерства внутренних дел хотелось бы поздравить наших детей и их родителей, конечно, с наступающим днем, Международным днем защиты детей. Этого дня мы всегда ждем с тревогой и волнением, потому что начинаются школьные каникулы. И, как вы уже отметили, у детей будет очень много свободного времени. Не все будут дети заняты организованным отдыхом, останутся в городе, в родном селе, поселке, и будут очень много времени проводить на улице. Как же сделать каникулы детей более безопасными в плане именно безопасности дорожного движения? Но прежде всего, конечно, это контроль, усиленный контроль со стороны родителей. Каждый родитель должен знать, где, как, с кем проводит время его ребенок. Во-вторых, это благоразумие и минимизация рисков. Что такое риски с точки зрения безопасности дорожного движения и детей в понимании госавтоинспекции? Это всевозможные средства передвижения. Велосипеды, ролики, скутеры, гироскутеры, сегвеи. Ну, современных средств сейчас передвижения очень много. Самое главное правило для всех этих средств передвижения – это катание в специальных местах, то, что, если говорить о детях, наличие средств защиты. Это защитные шлемы, налокотники, наколенники. Опять же, необходим не только контроль, но и понимание со стороны родителей, что все это чрезвычайно опасно для безопасности ребенка. Покупая своему чаду велосипед или другое средство передвижения, практически минимальное количество родителей задумывается о том, где ребенок будет кататься. Да, поэтому у нас с наступлением весны и лета статистика ДТП с велосипедистами, скутеристами, мотоциклистами, особенно в сельской местности, возрастает в разы. А где вот могут ребята кататься? Вот значит, напомним, что дети до 14 лет у нас не должны выезжать на проезжую часть вообще. То есть во дворе, вообще в наших условиях, положа руку на сердце, надо сказать, что и более старшим детям не стоит выезжать на проезжую часть. Да? Вы знаете, что у нас проезжая часть достаточно узкая, нет велодорожек и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, лучше кататься в тех местах, где нет потенциальной возможности появления транспорта.
Если говорить о других транспортных средствах, скутерах, мотоциклах, мопедах, то здесь необходимо сказать, что для управления такими транспортными средствами необходимо водительское удостоверение. То есть без водительского удостоверения ребенок, подросток младше 16 лет вообще не имеет права садиться за руль, а начиная с 16 лет должен иметь водительское удостоверение. Для этого нужно пройти обучение в автошколе. И родители это должны понимать. При этом на практике получается так. Вот мы проводили совместные рейды с инспекцией по делам несовершеннолетних в пригородах Якутска. Это Хатас, Табага, Маган. Огромное количество детей передвигаются на таких транспортных средствах совершенно бесконтрольно. И понятно, что приобрели эти транспортные средства им родители. Да, и то есть они толкают их не только на правонарушение своих детей, но и подвергают их жизни и здоровью конкретному риску. Вот. Алексей, скажите, вот мы говорили, да, то, что многие дети не заняты, большинство из них, да, они остаются в городе, но есть все-таки группа детей, которые вот ездят в лагерь туда и обратно, вот их возят обычно, да, вот что такое вот организованная перевозка детей? Доброе утро, уважаемые телезрители, спасибо, скажем так, за вопрос, потому что у нас, да, действительно идет организованная перевозка детей. Сейчас в эту пору школьные последние звонки пошли, будут выезды на природу, эсэхи так называемые, поэтому у нас увеличится количество организованных перевозок групп детей. Тут необходимо помнить, что организованная перевозка групп детей – это перевозка 8 детей и более на автобусе без их родителей и законных представителей. Вот этот момент у нас многие, скажем так, недопонимают, потому что у нас только за прошлый год, 2018 год, выявлено более 60 нарушений правил организованной перевозки детей. В этом году 19 фактов таких есть. Поэтому хочется довести до телезрителей, что прежде чем пойти, скажем, не пойти, а организовать перевозку детей, необходимо ознакомиться с требованием постановления правительства 177, где конкретно все изложено. Ну вот вкратце могу сказать, пользуясь случаем, что самое главное – это уведомительный порядок госавтоинспекции. Если вы собрались совершить поездку, пожалуйста, не менее чем за двое суток до начала поездки подайте уведомление подразделения госавтоинспекции по месту нахождения перевозки, скажем так. Если планируется более 3 автобусов, то, конечно же, сопровождение предусмотрено, и за не менее чем за 10 суток надо подать заявку в установленном порядке с пакетом всех документов. И еще такой момент хочу обратить внимание. Когда даже будет неорганизованная перевозка детей, то есть количество детей будет меньше или сядут небольшими группами, будут пользоваться услугами легкового такси, как у нас, пожалуйста, проверяйте, пожалуйста, документы у водителей, которые подъедут к вам на заказ. У водителя легкового такси должно быть водительское удостоверение со стажем не менее 3 лет. Машина, конечно же, должна иметь цветографическую окраску легкового такси, соответственно, фонарь легкового такси. И должны быть, ну, самые простые меры, какие ремень безопасности должен быть работоспособен, ребенок должен быть закреплен. Да, если это дети до 7 лет, необходимость удерживающего устройства, там она прописана в правилах дорожного движения. За нарушение правил организованной перевозки групп детей предусмотрен штраф от 5 до 100 тысяч рублей, а также уголовная ответственность, если будут у нас какие-то последствия. Вот это хотелось бы сказать. Все очень серьезно, оказывается. Огромное спасибо вам за полезные советы. Я желаю вам удачи и отличного настроения, чтобы происшествие было как можно меньше в течение этого периода. Дорогие друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь, но и не забывайте, что мы для вас работаем в прямом эфире. Наш WhatsApp-номер всегда открыт. Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Новый день». На календаре сегодня 31 мая, пятница. И в этот день 1859 года в Лондоне были запущены часы знаменитой башни Биг Бен. Еще эта дата знаменательна тем, что является днем рождения велоспорта. А все дело в том, что в этот день, 151 год назад, на аллеях парка парижского пригорода Сен-Клу была организована первая велогонка на 2000 метров. И победителем этих соревнований стал англичанин Джордж Мур.
Также 31 мая началось строительство Сибирской железнодорожной магистрали. Старт был дан в 1891 году, также 31 мая. Вот такие события сегодняшнего дня. А давайте теперь поговорим о погоде. Итак, сегодня в центральных улусах днем ожидается 9-14 градусов тепла. Такая же температура будет и днем в Заречье. На юге чуть теплее, 15-16 градусов тепла. В Вилюйской группе улусов 18-20. В Нижнеленских улусах днем ожидается 16 градусов со знаком плюс. На западе 15-19. В Колыма-Адыгейских улусах плюс 9, а в некоторых регионах там до 25 градусов тепла. В Янских ожидается 9-14 градусов, на северо-западе 0-18. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 11 градусов тепла, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. И днем ожидается 13-15 градусов с небольшим дождем. Итак, завтра официально наступает лето, и первый летний день вызовет счастливые улыбки, в первую очередь, кого? Конечно же, у школьников. Ведь начинаются самые длинные каникулы, целых 3 летних месяца. Но 1 июня примечательно не только этим. В этот день многие страны отмечают Международный день защиты детей. Почему вдруг люди решили защищать детей? От кого? От чего? История этого праздника уходит в 1949 год, когда после Второй мировой войны увеличилось количество детей-сирот, голодающих и не имеющих постоянного крова детей. В Париже на женском конгрессе подняли этот вопрос, и с тех пор Международный день защиты детей отмечают в странах Европы, Азии и не только. Далее тему продолжит Наталья Колесова. 1 июня не только веселый праздник с подарками и воздушными шариками, которые мы устраиваем, дабы потешить наших любимых малышей, но и повод напомнить обществу о необходимости соблюдения и уважения прав ребенка. Международный день защиты детей был учрежден в 1949 году на Московской сессии Совета Международной Демократической Федерации Женщин в соответствии с решениями Второго конгресса, проведен первый раз в 1950 году и с тех пор отмечается ежегодно. У праздника даже есть свой флаг. Это полотно зеленого цвета, на котором вокруг символа, обозначающего нашу планету, расположились 5 разноцветных схематических человечков. Все вместе это символизирует единство и разнообразие людей, живущих на Земле. В Международный день защиты детей в нашей стране всегда проходит множество различных праздничных мероприятий. Так, в районах и в столице нашей республики будут организованы культурно-развлекательные и концертные мероприятия. В Якутске специальные программы к 1 июня будут организованы на площади перед Дворцом детского творчества, в городском парке культуры и отдыха и в других местах массового отдыха горожан. В этот день юные жители столицы будут петь, танцевать, принимать участие в конкурсах рисунков, игровых пятиминутках, лепить изделия из пластилина. В этот день у школьников начинаются долгожданные летние каникулы, поэтому у маленьких виновников торжества в 2 раза больше поводов для радости. А между тем, на днях якутская дзюдоистка выиграла серебряную медаль на Кубке Европы по дзюдо. Сегодня чемпионка у нас в гостях. Мы рады приветствовать Надежду Татарченко и ее тренера Дамдина Гамбандоржа. Доброе утро. Доброе Надежда, утро. Я, конечно же, в первую очередь хочу вас поздравить с этой победой. Скажите, как настраивали себя на успех? Вечером мне позвонил тренер и настраивал на завтрашний день. Я послушала тренера. И перед сном легла спать, послушала музыку. Утром проснулась,
волновалась. Я думаю, она в этот день, вот, если сравнивать с ранними стартами, то она вот справилась, я думаю, с предстартовым волнением. И вообще, ну, мы постоянно связь поддерживали через телефон, через WhatsApp, да, потому что я был в другом городе, готовил младших ребят, и приходилось только вот через связь там, и чувствую, что, ну, в голосе уверенность. И бывает, что вот сложно очень первая схватка, и благо то, что жеребьевка была хорошая, и вот, ну, нам досталась спортсменка, представляющая Кыргызстан, вот, досрочно, да, ты выиграла ее. Вот. Я думаю, что вот эту победу ее окрылила, и вот она дальше получается. И дальше уже спорилось. Да. А все-таки самая тяжелая схватка была с кем? Вот. В полуфинале с Славянкой. Славянка, да? Я читала, кстати, в газете, что там и москвичка хорошо выступила, вот сложно было с ней. Под финале мы боролись, получается, 5 минут, и потом еще голден скор. И в голден скоре я зашла на прием, меня сконтрили. Ну, это такой, как сказать, вот если всю историю, там получается, вот полуфинал драматичный получился, потому что она повредила плечо, оставалось еще 1.5 минуты, да, и она вот тянула, то есть вот этот промежуток, это очень много времени получается на самом деле, да, и надо еще оценку грамотно отстаивать, чтобы не наказали там. Поэтому здесь она, конечно, проявила настоящий такой волевой характер, терпение там, да, и просто очень горжусь, что вот так вот мы таких воспитываем чемпионов. А я вот еще читала, когда готовила сегодняшнему эфиру, что это для вас вот первая такая вот победа серьезная, да? А почему вот так вот вышло, вот, что вот когда вы были помладше, вот таких вот побед не было? Вот многие, наверное, бы спортсмены бы бросили бы, ушли бы из спорта, занялись бы учебой, там, работая чем-то другим еще. Но только не вы. Вот. Что вас вдохновило вот идти дальше? Ну, я хотела добиться своей цели. И мне еще тренер помогал, говорил много слов. Я еще думаю, знаете, как вот рядом с ней присутствуют вот, Никифорова Нергуяна, Моисеева Инна, те, которые уже становились призерами и чемпионами первенства России. Я думаю, это тоже придавало уверенность, что она идет на правильном пути. Поэтому, я думаю, во многом, наверное, из-за этого тоже, да, Надя, согласна со мной, что вот, если люди добиваются, значит, она тоже добьется. И, ну, это на самом деле такой вот редкий случай, когда вот уже попав в возрастную категорию, так раскрывается, да. А мы, вот, кстати, вот я бы хотел, вот, пользуясь случаем, поздравить первого тренера Аксинью Юрьевну, да, что вот мы с ней всегда вот в связке работаем, верим, поддерживаем. Там. Она тоже вот по мере возможности вот всегда находит. Сейчас же очень затратные поездки, вот эти все бывают. То есть все это мы совместно делаем, поэтому вот это с общими усилиями добиваемся. И самое главное, что мы в Надю всегда верим. Верили и верим, да, да. Поэтому она, я думаю, тоже... И эта вера ей помогла. Да, скажите, пожалуйста, вот, а где проходил вообще Кубок Европы нынче, вот в этом году? Я вот вижу Оренбург, да? Да, в Оренбурге проходил Кубок. Ага. Ну вот я еще слышала, что вот вы выиграли серебряную медаль на этом кубке, а буквально через неделю вы помчались на другой чемпионат. Вот расскажите. Отбор на чемпионат России. Ага, и там? Я там провела... 4 схватки. Это, знаете, как выглядело? Вот мы ее в Оренбурге разогнали, да? Она, ну, вот этим разгоном доехала до Твери и просто, ну, грубо говоря, всех вынесла там, да? И тех, кого раньше там, кому проигрывала, да, вот это все, конечно, вот игру, вот я по-настоящему рад, что вот такой вот, знаете, вот бывает прорыв такой внутренний, когда вот какие-то разные факторы сдерживают, тебя не дают полностью раскрыться. Я вот очень надеюсь, что вот этот переломный момент был вот в Оренбурге на таком еще большом старте, когда взрослые спортсмены приезжают бороться, да, и статус такой очень важный, да, крупный. Вот, поэтому вот. Еще, кстати, ее можно поздравить с тем, что она выполнила мастера спорта России в городе Тверь на чемпионате Центрального федерального округа. Это вот как раз вот после Оренбурга, да? Да, да, да. И вот сейчас наша задача, там вот, много стартов у нас ожидает. В июле вот уже Кубок Азии будет открыт, и потом... В сентябре чемпионат России. Ну и в этом году, конечно, для нее вот, в спортивном плане задача это отобраться на первенство Европы вот, по своей возрастной категории, там до 23 лет первенство Европы будет у нас. Надежда, вы родились в Ленском районе. Сегодня вы, я знаю, отправляетесь домой, да? Вот как
вы думаете, родные вас встретят, земляки? Расскажите про вашего первого тренера еще. Кто это? Пишнограя Ксения Юрьевна, это мой первый тренер. Она меня поддерживает всегда. И вчера я созвонилась с ней, и она сказала, что меня будет встречать камеры. Телевидение. Делегация целая, да? Да, она уже получается. Ну, пока что, я думаю, маленькая, но все равно же герой, да, вот для Ленского района. И как вот космонавт первый, да, там в дзюдо там такие успехи привозят. Это здорово, да. Огромное спасибо, Надежда, что пришли к нам, нашли время и зашли в гости, поделились такой радостью. Мы за вас очень горды, очень рады за вас. Приходите к нам еще. Я желаю вам отличного настроения, удачи в течение всего дня, в течение всех ваших спортивной карьеры. Дорогие друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь. Через несколько мгновений в этой студии появится мой коллега Петр Кулаковский. И, конечно же, не забывайте, что мы для вас работаем в прямом эфире. Наш WhatsApp номер прежний 8 914 279 2262. Смело отправляйте сообщения.